Как раз вовремя. Какая она глупая. Все в твоих руках. Азума, скорее. Ладно. Он откроет дверь? Подожди, сам увидишь. Он открыл. Круто. Давайте войдем. Еще одна дверь открыта. Азума гений. Ну, что-то вроде того. Эй, подождите-ка. Почему сигнализация выключена? Тихо ты. Здесь больше, чем я думал. Давайте, начнем поиски. Может, студент какой зашел? Хотя я сигнализацию не слышал. Пахнет плесенью. А.Б. Здесь нигде нет японских надписей. Это алфавит? Дурочка. Это сокровища Сёгуна. Они должны быть на японском. Видимо, у тебя ни одной извилины нет. Когда-нибудь я тебе точно врежу. Насколько большие сокровища? Громоздкие, и это только часть. Тогда лучше поискать большие коробки. Нашел. Гроб? Внутри сокровища? Нет, кое-что еще. То, что я хотела увидеть. Спасибо, что нашел, Абе. Да, пожалуйста. А теперь поищем сокровища. Они могут быть зарыты в куче вещей. Ищите внимательно. Он такой высокомерный. Жуть какая. Девочка из знаменитой семьи. Она очень хорошо сохранилась. Нигде не сгнило. Никаких червей. И пахнет так... будто вяленая премиум говядина. Я ухожу. Это вы, Таканаши. Здравствуйте, Мияки. Прошу меня извинить. Я должен был вам сказать. Простите, что побеспокоил. Да, ничего. Я думал, вы в общежитии факультета. Слишком много домов вниз по склону. Городские огни портят красоту фейерверков.
Вот как. Это моя сестра. Пришла навестить. Значит, вы смотрите на фейерверки? Правда, она не выглядит радостной. Эй, не отлынивай. Не вини меня. Я сделал свою работу. Ну, я надеялся найти здесь какие-нибудь редкие гаджеты. А тут сплошной мусор. Может выбить тебя отсюда приемом кунг-фу? Ты занималась им только дома. Не смей так говорить! Хорошо, уклонился. Хватит, идиоты! Перестаньте валять дурака, мы торопимся же! Эй, вы! Вы слушаете вообще? Дочка и ее гувернантка. Что ж... Время истекло. Уходим. Еще немножко. Мы никогда их не найдем. Это не сокровище, а фальшивка. Уходим, пока нас кто-нибудь не увидел. Пора поторопиться. Черт. Ефросинья. Ефросинья, моя леди.
Вот же. Первый летний квест клуба изучения оккультизма оказался полным провалом. Мне нужны были сокровища, чтобы купить новый холодильник. Это Аба виноват. Он поверил в выдумку в интернете. Ответственность должен нести тот, кто предложил план. Камошида, ты говорила, что на этот сайт можно положиться. Ну, мумии там и вправду были. Не перекладывай вину на меня. Это плохая привычка, Абе. Ты был чересчур жаден. Как ты извинишься за это? Может, покажешь нам стриптиз, Абе? Что за бред? Я не ответственен за это. Ты тоже пошла с нами за сокровищами, Минагава. Я просто хотела повеселиться. Небольшое приключение, знаешь ли. Для этого и нужен клуб оккультизма. Чушь собачья. Хватит притворяться. И вообще, я не думал, что он вообще дверь откроет. С самой школы это был его единственный навык. Я и другое тоже умею. К тому же вы меня заставили. Азума мог бы и отказаться. Ему нравится Минагава. Конечно же, он не откажет. А Минагава дразнит Азуму, будто она что-то к нему чувствует. Неправда. Что за глупости ты несешь? С чего ты это вообще взял? Точно, он не совсем правду сказал. Послушай-ка, это полная ложь. Тогда какие между вами отношения? Нежеланные отношения. Почему мне нужно дружить с этим лоликонщиком? Ну уж нет. А мне неинтересна маньячка, считающая, что можно выучить кунг-фу дома. Заткнись! Не придирайся к моему домашнему обучению! Так, хватит тут. Давайте закругляться. Закругляемся! Что случилось? Кто ты такая? Я просто потерялась. В таком случае... А потом... Тем не менее... Минуту. Эй, ты! Ты что тут делаешь? И почему дверь сломана? Это ты ее сломала? Нет, но... Ладно, идем со мной. Нет. Отличный удар, моя леди. Альма, я попала впросак. Все правильно. Я привела его, чтобы вы его убили. Он дал мне всю необходимую информацию. Он был уже израсходован. Израсходован? Вот как. Нет, ты не права. Зачем ты заставила меня? Я не хотела его убивать. Понятно. Нет, ты не права. Какая вы забавная, моя леди. Как и всегда. И вовсе я не забавная. У меня нет тех сил, что есть у вас, моя леди. Кстати, вы многому научились.
Вы очень бегло говорите на местном языке. Ну, надеюсь, так и есть. А что насчет истории? Ну да, большую часть... Не смотри! Ну, это... Культура. Я изучала тут культуру. Не гордитесь, когда оправдываетесь. Я это имела в виду, Альма. Почему ты не играешь? Тебе понравится. Моя леди, вы знаете, где мы сейчас? Ну, мы в стране под названием Япония. А что еще? Мы проспали сотню лет. Что еще? А что еще? Кто-то украл ваш камень жизни. Точно. Это неподходящий комментарий. Интересно, почему же вы так счастливы? Без камня ваше тело исчезнет. У мумий такие же проблемы. Дело не в этом. Прости. В общем, давайте вернем камень. У нас мало времени, и я дам вам больше информации. Почему вы покраснели? А почему бы и нет? Я целомудренная японка. Данные переданы. Минуточку. Что? Что это ты задумала? О, нет. Нет, не сейчас. Альма, я еще не решила. Возможно, вы ошибаетесь. Я ошибалась. Какая же безвкусица. Это Таканаши? Это все объясняет. Из того, что сказал уборщик... Я подозреваю, что кто-то из студентов украл ваш камень. Пятеро студентов живут в общежитии на летних каникулах. Давайте проверим каждого из них. Я иду. Могу я чем-то помочь? Скажи мне кое-что. Ты заходил в кладовку в библиотеке? Нет. Не заходил? Я же говорю, не заходил. Нет означает, что не заходил, верно? Что ж, странно. Эта девочка говорит, что видела, как ты туда ходил. Ты видела этого парня? Ну, как бы сказать... Я не уверена. Это были не вы?
Я не права? Извините. Простите, наверное, я ошиблась. Ну что ж, тогда поговорим с остальными. Минуточку. Вы не правы. Может, это был я? Может? В общем, заходите. Прошу, прошу. Вот как. Значит, это был ты. Да, я открыл дверь. Остальные не умеют, то есть... Только я так могу. Остальные? Значит, ты был не один. Верно. Члены клуба оккультизма. Ты про этих? Точно. Этот парень, Абе, все продумал. Он высокомерный и тщеславный. Вот как. А у кого украденная вещь? Что он задумал? Азума. Азума. Ты слушаешь? Ну да. По большей части. Украденная вещь. Вот она. Что это? Прошу. В смысле? Это автофокус. Нажмите на кнопочку. Скажите... Сыр. Блин, у тебя получилось. Не трогай меня. Я дочь барона, если ты не в курсе. Ты меня слышишь? Эй, ты! Убегаешь теперь? Останься, если ты мужчина. Мужчина он или нет, ему стоит убегать. Абе! Абе! Помоги! Абе! Кто тут шумит? Мешаете же. Точно, точно. А потом Джеки сделал стойку на руках и поймал его. Так забавно вышло. Минагава, Минагава! Мой домашний курс? Я скоро буду экспертом. Быстрый прогресс. Эй, Минагава, стой! У меня полный капец! Минагава! У кого камень? Камень! Камень, что был в моем теле. Я не знаю. Я без понятия. Где он? Помогите! Что? Что случилось? Помочь с чем? Аж бесит. Прости. Да, ничего особенного. Он перестал кричать.
Чего это Азума так расшумелся? Абе, оставь его одного. Скажи лучше, что тебе надо. Не только пиво, я так понимаю. Верно. Это ты придумала про сокровище? О чем это ты? Я рассказала вам про сайт. Но это ты нашел информацию и предложил план. А я лишь хотела увидеть мумию и пошла с вами. Ты ничем не можешь подкрепить свои слова. Я видел тебя. Ты была с Таканаши. Ты что-то ему дала. У меня было предчувствие, когда ты сказала, что хочешь увидеть мумию. Тебя меня не обдурить, Камашида. Я знал это. Ты всегда презирала меня за эгоизм. Убери руки. Я знаю, ты использовала меня. Ты хотела руку помощи. Ты придумала сайт и окружила меня ложью. Я рассматриваю оккультизм с научной точки зрения. Обычные сверхъестественные находки мне не интересны. Поэтому ты придумала фиктивное сокровище. Таканаши вырубил сигнализацию, да? Это неправда. Ничего, что ты соврала мне. Я без понятия, что ты ему дала, и даже не хочу знать. Я буду молчать. А взамен... Это Мияки. Простите, что беспокою вас ночью. Стой! Я открою дверь. Добрый вечер, Мияки. Простите, Камашида. Позвольте спросить. Простите, я зайду еще раз. Что это было? Норика? Норико, что? Почему ты вернулась? Мне стало стыдно. Это так мило. Вам весело? Не обижайся. Ты такая милашка. Теперь моя очередь идти. Моя леди. Я спрошу, где мой камень. Не хочу хитрить. Моя леди. Что? Моя леди. Моя леди. Как отвратительно. Его не зарезали, просто разорвали на части. Не надо подробностей, пожалуйста. Давайте вызовем полицию. Простите, что прерываю. Что это было? Та девочка, что мы видели. И другая девочка. То платье.
Платье? Рубашка была на уборщике. Я про другое. Про то, что в тележке. Это платье было на мумии. И что это значит, скажи? Это значит, что эти девочки... Почему не возьмешь анестетик? Ты такая нежная, Мако. Это же моя собака. Ты уверена в этом? Да, без проблем. Тогда я начну эксперимент. Вы в порядке? Моя леди, без камня вы нестабильны. Нам нужно вернуться. В чем дело? 100 лет. Все, кого я знала, они мертвы. Я озадачена. Они все ушли. Я здесь одна. Но я не чувствую одиночества. У меня есть тело, но я, наверное, тронулась умом. Моя леди, вы не одиноки. У вас есть я. Альма, меня создали, чтобы жить с вами. И служить вам, моя леди. Я никогда не покину вас. Вот как. Вот почему. Моя леди, не волнуйся. Я в порядке. Полиция уже едет? Я не знаю. Может, они мне не поверили? А что ты им сказала? Что мумии восстали и убили человека? Так и сказала. Вот идиотка. Тогда они примут это за шалость. Мумии никогда не просыпаются. Забудь ты про свой оккультизм. Эти дети не мумии. Они люди. Они убили Азуму. Нет, это сделал кто-то другой. Поблизости может быть серийный убийца. Минагава, я позвоню еще раз. Дай мне свой телефон. Нет, не дам. Звони со своего. Он у меня в комнате. Так принеси его. Дай мне свой телефон. Абе, тебе страшно идти одному? Неужели? Правда? Ты все хвалишься, а на самом деле как цыпленок. Вот тупица. Встреча без оружия означает смерть. Хочешь, чтобы я дрался руками? Может, одолжить тебе учебник по кунг-фу? Кунг-фу по учебнику? Да оно и гроша ломаного не стоит. В следующий раз я точно тебе врежу. Я тоже вызвала полицию, но их ответ не обещал ничего хорошего. Офицер предположил, что они часто получают ложные вызовы от местных студентов. Значит, они думают, что мы как мальчики-волки? Что-то вроде того. А что сказал Таканаши? Таканаши? Ты про лектора Таканаши? Ты же звонила ему, нет? Камашида. Надо было его предупредить. Предупредить? Он в кампусе? Да, у него есть дела здесь. Он занят в своей лаборатории.
Я рассказал ему о случившемся. И что он там делает? Может, скажешь, Камашида, что ты забрала у мумии? У мумии? Что ты имеешь в виду? Что ты дала Таканаши? Вы с Таканаши? Что вы? Что это? Где камень? Камень? Камень, что вы украли у меня. Если вернете, то никого не убью. Так вот, что она забрала у мумии. Он теперь у Таканаши. Нет, он здесь. Ты не отдала его ему? Верни. Значит, ты мумия? Да, это я. Я проснулась. Бред! Мумии никогда не просыпаются! Ты мне не веришь? Тогда покажу. Кровь. Понравилось? Теперь вы знаете, кто я. Верните камень. Ты изумительна. Ефросинья Студион. Дочь барона Студиона времен Священной Римской Империи. Книги гласят, что магией тебе была дарована вечная жизнь. Это ты? Но раз ты бессмертна, почему тебя похоронили? Тебя прокляли? Или что? Хватит задавать вопросы! Отдай мне мой камень! Значит, изъятие камня спровоцировало твое пробуждение. Что это за камень такой? Какой-то магический? Тебе об этом знать не нужно. Отдай мне камень. Не глупи. Твое кунг-фу по книге тут не поможет. Вот увидишь, я покажу, на что способно мое кунг-фу. Кимашида, отдай ей камень. Иначе Минагаве конец. Нет. Подумай головой. Как только она его получит, она заткнет нам рты, убив всех. Какая же ты пессимистка. Отдай мне камень. Убегайте сейчас же. Я вас не отпускала. Ты тоже мумия? Абе, стой! Я отдам его вам. Не надо меня убивать. Заткнись. Пообещай мне. Если хочешь мстить, наказывай их. Я тут ни при чем. Как это подло. Прошу. А теперь забирай.
Позорнику, позорная смерть. Моя леди. У меня камень. Альма. Пообещай не убивать. Тогда я отпущу твою подружку. Что ты сказала? Моя леди. Альма. Отвечай. Ты эгоистка. Украла мой камень и разбудила нас. А теперь умоляешь оставить тебе жизнь. Отвечай. Согласна. Но отдай мне камень. Без него... Что ты делаешь? Я просто использовала шанс. Дура. Норика! Уходи отсюда! Это зомби. Да. Она может двигаться без камня. У нее достаточно остаточной энергии от камня. Как батарейка. Но потом она закончится. Все становится куда интереснее. Ты сдаешься? Ни за что. Выглядишь смертельно уставшей. Интересно, жива ли еще твоя маленькая гувернантка? Если что-то случится с Альмой, я никого из вас не прощу. Альма. Прости, что опоздала. Вот твоя сумка. Где они? Моя леди, мы в ловушке.
Нефть? Моя леди, я горю. Посмотрите наверх. Мумии умирают. Да. Ну, нельзя знать наверняка. Учитель Таканаши? Это зомби. Их нельзя убить таким примитивным способом. Крышка отвалилась. Я спрятала ее на всякий случай. Ну что ж, я отрежу как можно аккуратнее. Папа, прошу, не двигайтесь пока. Мне нужно вас зашить. Прости. Вот как. Вам снился отец? Да. После вашей смерти в трагедии, барон Студион сделал все, чтобы воскресить вас. Он по-настоящему любил вас. Мой отец был благородным человеком, настоящим аристократом. Его высмеивали за магию. Его обвинили в продаже души дьяволам. Но он никогда не склонял головы. Уверена, внутри он так страдал. Но мне он всегда улыбался. Он всегда был рядом со мной. Вот бы я встретила его. В процессе воскрешения меня создали в эпоху шестого барона. Я слышала, он был похож на вашего отца. Да, они похожи в профиль. Шестой барон был очарователен. Да, таким он и был. Он был ласков с нами обеими. Но вот седьмой барон разочаровал меня. Да, это точно. Он был ужасен. Алкоголь, азартные игры и женщины. Он влез в такие большие долги. Не думала я, что он продаст нас, чтобы расплатиться с долгами.
Нас продали в Америку, потом в эту страну на Дальнем Востоке. А чтобы мы не проснулись во время перевозки, он нанял мага и мумифицировал нас. Но мы все равно проснулись. Я все зашила. Так сойдет, пока мы не вернем камень. Спасибо. Я благодарна вам за помощь. Помощь? Я была так рада, что вы пришли спасти меня. А почему бы и нет? В отличие от меня, ты такая хрупкая. Ну что, идем? Я буду сражаться за свою жизнь. И за моего папу. Мумии пропали. Не думаю, что они сгорели дотла. Видите, а я что говорила? Не такая уж ты и маньячка оккультизма. Следи за тем, что говоришь, Мако. Они пытались защитить нас от мумий. Большое спасибо, Саэко. Она просто хотела спастись сама. Прости, она такая циничная. В любом случае, я рад, что ты в безопасности. Ну что, идемте? Мы уходим, Мако. А где маньячка оккультизма? Камашида? Наверное, она мертва. Она обманула нас. Коробка пуста. Эта девушка хотела кого-то защитить. Могу предположить, кто в этом замешан. Зомби молится? Такого я не ожидала. О чем ты молилась? О счастливом мире? У кого камень? Разве он был не в коробке? Как странно. Может, он растаял? Она потешается над нами. Что будем делать, Альма? На этот раз пригласим их. Знаю, они очень хитрые. Нам нужна для них ловушка. Что? Что ты делаешь? Камашида, ты в порядке, Саэко? Учитель, вот как.
Она пыталась защитить тебя. Защитить меня? Где мой камень? Верни его немедленно. О чем ты говоришь? Он здесь ни при чем. Ты все перепутала. Помолчи-ка. Я спрятала камень. Я знаю, где он. Хватит. Это правда. Я покажу тебе. Пожалуйста. Камень жизни. Он у меня. Не волнуйся, Саика. Ефросинья. Я верну камень. Отпусти Саику. Сначала камень. Доверься мне. Ну уж нет. Верни мне камень сейчас же. Эта собака похожа... Верно. Зомби-собака, воскрешенная камнем. Тогда, наверное... Ну же, сиди тихо. Там его нет. Где он? Саэка теперь со мной. У меня нет причин возвращать его. Я все поняла. Еще одна Камашида? Учитель. Ну и какая же настоящая? Значит, твоя гувернантка может превращаться. Отдай мне камень. Тогда отвечу. Учитель, я настоящая. Нет, я настоящая. Не обманывайтесь, учитель. Это неправда. Вот отстой. Заткнись, самозванка. Нет. Поверь мне. Я Саика. Мако. Что ты? Она не превращается. Она настоящая. Итак, у нас есть ответ. Ответ? В смысле? Саику убили. И вы не расстроены? Вы не любили ее? Мой брат просто использовал ее, потому что она хорошо служила ему. Ну, я хотел спасти ее, если б мог, в качестве благодарности. Нет. Какой ты мерзкий. Напоминаешь мне человека, продавшего меня. Барона Студиона Седьмого? Откуда ты знаешь? Посмотри на наши лица. Мы похожи, тебе не кажется? Тогда значит... Вы наследники Студионов? Вот откуда вы знали о камне. Именно. Поэтому мы с Мако законные наследники Камня Жизни. Это же абсурд! Альма! Мне просто нужен был камень. А вы мне не нужны.
По факту, вы досадная помеха. В отличие от тебя, твоя гувернантка выглядит хрупкой. Справится ли она с серьезной травмой? Хватит! Ты убил мою Альму! Невероятное движение! Неужели? Ты... Камень! Я даровал вечную жизнь моей сестре. С величайшей любовью. Я люблю тебя, брат. Да, Мако. Так мы вечно будем вместе. Я очень тебя люблю. Она выжила из ума. Какая скорость и сила! Давай повеселимся. Ефросинья. Давай сыграем, Ефросинья. Игра? Ты готова? Моя голова. Нашла. Ура!
Она неумолима. Ну, Альма дала мне это на всякий случай. Отличный клей-момент. Нужно налить побольше. Отлично. Пойдет. Мако! Ефросинья. Попалась. Сжиженный углеводородный газ. Никуда теперь не денешься, Ефросинья. У меня проблемы. Тело тяжелеет. Я долго не протяну. У тебя кончается батарея. Но я не дам тебе умереть естественной смертью. Я прикончу тебя. Как свидетельство моей вечной жизни. Как жаль, что ты не чувствуешь боли. Как ты посмела? Как ты посмела испортить мне лицо? Хочу размазать другую половину. Вот бы я могла пошевелиться. Не хочу проигрывать. Но, Альма... Альма... Папа... Колокол? Альма... Вот ты неудачница. Ты ходить вообще можешь? Ударю тебя в последний раз, Ефросинья. Ты не заслужила вечной жизни. Альма. Вы отлично постарались. Без этого трупа я бы умерла. Спасибо. Ты спасла мне жизнь. Рада, что вы заметили. Конечно, это же телепатия. Телепатия? Вы нашли камень? Да, нашла.
Папа, я вернула его. Моя леди! С камнем все гораздо проще. Позволь мне сказать. Прошу, забудь все, что ты видела. Будет лучше держать это в секрете. Скажи, как я выгляжу? Слишком много одежды для лета. Я не хочу показывать лицо. Вы красивая. Спасибо. Мое лицо исправится? Я вас уверяю, камень вас исцелит. Правда, учитывая травму, это может занять некоторое время. И сколько же? Дайте подумать. Около сотни лет. Еще сотня лет! Без шуток, пожалуйста. Простите. И чем мы теперь займемся? Освоимся здесь. Мы же всегда так и делали. Согласна. Какая хорошая погода. Да. Правда, там грозовое облако маячит. Озвучено для сайта animevoz.org. Текст читал Ликоник. Спасибо за просмотр. Конец.
Yeah.